В Миассе едва не сгорел частный дом. Пожар произошел на улице Станочной. Соседи вызвали пожарных. Тушить огонь прибыло 5 пожарных автоцистерн. Работали по повышенному номеру сложности. Сотрудники МЧС установили, что в горящем здании людей не оказалось. Однако работа пожарных была осложнена плотной застройкой и удаленностью пожарных гидрантов. Пламя в любой момент могло перекинуться на соседние постройки. Пламя ликвидировали, сейчас разбираются в причинах возгорания. А на Увельдах случился пожар из-за фейерверков. Около 300 зарядов запустили в небо и, как итог, сгорело 4 дома, 2 бани. Пожарные опубликовали фото с места в садовом товариществе «Ветеран-1». Сообщается, компания людей отмечала 15-летие. Молодые люди даже не вызвали пожарных, а скрылись с места. Кем они приходились, неизвестно. Хозяева дачных домов сами отстояли свою недвижимость. Пострадали 2 дачных дома, новый пирс и яхта. Никто из людей не пострадал. А это пожар на рынке в металлургическом районе. Дотла сгорел рыбный павильон. На место оперативно выехали 3 единицы техники, было задействовано 15 человек личного состава. Рыбный отдел был полностью уничтожен, еще 3 павильона частично повреждены. Всему виной может быть замыкание проводки.